Польские фермеры блокируют своими тракторами главную автомагистраль, пересекающую границу с Германией. С ноября прошлого года они протестуют против сельскохозяйственной политики Евросоюза и беспошлинного импорта из Украины. Украинским фермерам разрешено беспошлинно импортировать зерно в ЕС с 2022 года, что, по мнению их польских коллег, привело к падению цен. Акция протестов в Светской, недалеко от Франкфурта, вынудила немецкие власти перенаправить движение. А это означает, что около 18 тысяч грузовиков в день ищут альтернативные маршруты между Берлином и Варшавой.